Здравствуйте. Вот я прибрел к своему снегоходу. Вот где-то там он у меня. Лыжи кверх торчат. Прибрел я на лыжах сегодня. Вон лыжи стоят, это видно. Вот от Бабина я тут шел час на лыжах. Вчера не заметил, сколько часа полтора, наверное, может больше шел. Пешком на лыжах побыстрее. Тут половину там снегоходные следы есть. А тут уже по траве, конечно, тяжело идти. Вот сейчас немножко передохну и буду заниматься спасательной работой. Сперва, я не знаю, думаю, что прицепить сюда, за корни зацепить его, может попробовать потянуть. Может, вдруг я его вытяну сюда, на берег там, может, или сразу зацепить, или кол забить туда, в землю куда-нибудь дальше. Вот. Сильно нет вмерзся, не знаю. Ну, конечно, подхватило. Обещали вроде плюс один, но на самом деле минус 8 сегодня было. Так что вот ладно, сейчас буду пробовать, все поснимаю. И сильно вмерз, да, ну не должен сильно вмерзнуть. Шатаю. Сейчас попробую за корни пока в сторону выдернуть. Если не получится, то дальше буду добивать колу или закапывать туда. Так что ладно, сейчас будем пробовать и снимать. Ладно, смотрим. Вот я вот так сделал, попробую. Пойдет, не пойдет. Должен. Вот это льда оторвало. Начинает выходить немного. Опа! Вот это да! Гнилой трост. Все, обратно вкатился. Фу. Трост гнилой на ребятке. Весь рвется. Вот это да. И заржавел трост. Ёкарный он. Трос оказался ржавый. Приходится немножко подтянуть, снегоход подергать. Вот так вот. То есть порвется. Все. Немного подтягаю. Так, чтобы слышал трос. Немножко подтянул. Ходим, снегоход. Подернем. Снова. Так, напряг сделаем. Часа осталось. Немного уже. Трос оказался очень гнилой. Так, снегоход уже стоит наверху, но часа вообще мало остается.
птиц наверху. Сколько надо было. Вот сколь надо было, всего лишь помыкти-то ему. А мучение сколь. Вот. А чуть-чуть бывает, вот какой-то полметра дернули. И все, она не хватает где-то. Лебедка эта вещь. Сейчас все. Лед, ерунда тут все. Все, колодится. Вот я вышел, она скатился туда и бульнухнулся. Вот я разгонку мало взял, надо бы вон оттуда спетиться и газку поддать. Он бы меня тут пролетел, даже не чухал ничего. Так что вот, ладно, все, снегоход на берегу. Надо было чуть-чуть только. Так, надо отваливать пока все. Бега, там лед. Где-то на гусеницах, ну что-то, ну, там подмерзло немного. Вот сейчас выеду, околочу. Вот так вот даже лебедку-то, можно сказать, и не устал. Раз-раз и все, снегоход на берегу. Вот так вот. Все, работа 5 минут. А я, у меня ушло на это на полдня, чтобы привезти лебедку, да что-то. Вот так вот. Надо было чуть-чуть ее помогти. Так. Он... Вот так вот такой прям нехитрый. Убил один кол. Так, второй так, зацепил, чтобы его не выдержало, и все нормально. Держит хорошо. Только тросик подвел. Ну и что, ладно, поменяем. Есть еще тросик другой там. Поменяем тот и попробую я дома его зацепить что-нибудь между такого трактора и попотянуть. Это больно легко что-то у меня порвался. Так что вот сейчас я веревку, колес уберем, веревку уберем. И ладно, собираемся и катим дальше. Капканчики проверить. Вот снегоход у меня тут ночевал в этой луже. Вот тут я делал уже переезды раз, ничего не получилось. Двери притаскивал, положил тут через ручку двери, их весной смыло и куда-то утащило. И вот надо искать узкое место где-то. Это я что там плотинку немного распрудил, там вода ушла, чтобы пониже было. Да, висел он, лед-то оказался. Вот здесь больше из-за этого, что он у меня и провалился. Но я немного там все проскопал, чтобы водичка ушла, чтобы не так глубоко было. Надо где-то узкое место искать и наваливать такой валежины. Переезд делать. Так что, ладно, все, собираемся, шпарим дальше. Подъехал тут к речке. Я такой, откуда-то из-под земли, как будто бьет черри. Нифига себе, ужас какой. Видите, что творится. Как будто иначе порвало такое мощное. Да, это да. Красота, конечно. Мощь какая откуда вырывается. Туда видно, что как бы из-под воды. Непонятно откуда. Зверюшки бегают какие-то. Непонятно тут. Вот такой я сугроб вожу на снегоходе. След летит пухлый. Тонет снегоход, вот здорово.
Так что иду проверить капканчик. На кунничку тут стоит. Решил заскочить. Лисен так набегано. Так, тут какой-то зверь ходил крупный. Так, идем тут. Такое местечко у нас коронное. Как обрадовать, нет? Нет. Никого нету. Капканчик пустым стоит. Так, капканчик стоит. Кунички нет. Где-то куничка бродит. Ходит. К нам пока не заходит. Так, снежку. Здесь тут не очень много, но на полях в траве снега очень много висит. Так, куничка где-то бегает. Так, какая сухарина стоит. Ладно, хочу еще капканчик проверим. Вот ловушка, капкан стоит уже давно, еще куницы нет. У меня вот ловушка стоит для пчел, которую куницы разгрызли. И вот, ну что там, все меду, еще все, весь край, цвет разный. Так, что куницам надо, куда они перешли, никак метком не хочет покушать. Или кто изловил эту куницу, которая тут меня безобразничала. Ладно, сейчас еще доскочу, тут у меня недалеко капканчик есть. Сейчас доскочу, посмотрю. Может, не поеду. Не знаю, сейчас снег идет. Конечно, погода не очень. Ладно. Иду. Смотри, тут капканчик стоит еще. И даже ничего нету. Все пусто. Куница тут не проходила. Куница где-то. Где-то куница. Затихарились и куда-то перешли. Так вот. Ну ладно, подождем еще. И все равно пойдет она. Просто следы были везде. Куницы. Сейчас нету. Так что, ладно. Так что уже. Вот я практически дома. При капканчике проверил, который я не допроверял. Все пусто. Так, опять на снег валится хлопьем. Не надо, объектив что попало, не вижу. Так что вот так у меня снегоход ночь ночевал в речке. Ничего страшного, так вытащил его хорошо. На лыжах там дошел до него. Вчера мучиться не стал, все бесполезно. Так что бросил, ушел пешком. Тут километров, я не знаю, ну 5, не больше, думаю, ну 6. Не знаю, заехался, не замерил. Потом в следующий раз как-нибудь прикину, сколько примерно. Я не заметил, сколько шел сегодня. На лыжах где-то шел я час. За час на лыжах куда-то добежал. Зацепил лебедкой. Ну, конечно, трос порвался сперва. Я хотел сразу его раз и все на берег. Потом снова трос. Ладно, посередине порвался. Привязал, там еще метрику оставалось от длины лебедки. Вот потихонечку подтянул, хоть пошевелю, так подергаю, он как бы движется. Не стал напрягать больно трос. А так ведь трос хороший, ты, конечно, сразу бы выдрал его спокойно. Ну ничего, попробуйте, трос у меня другой еще есть. Попробую тот перевязать. Может, что, правда, этот уж какой-то темный был. Ну, бывают тросы всякие, бывают. Размер один и тот же, а некоторые вроде смотришь, трос хороший, а слабый, он раньше на тракторе, он трос 18 рвется легко, а 12 он хлысты таскали, вот до чего до дома дрова, так спокойно пачка доцепляешь на 12 трос, у меня как-то был и 14 где вот такой,
по скалам, а на 20 спокойно, быстрее рвался. Ну, может, что, такие трассы. Ладно, приеду, перевяжу. Так что вот такие вот дела у нас были. Так что вот, вот приближается Новый год. Всех с Новым годом, с праздником, наступающим 2018 годом. Так что всех поздравляю. Желаем всего самого наилучшего, успехов в охоте и везде так. То все было отлично и прекрасно. Так что вот так, поехали домой. Как всегда, спасибо, кто смотрел, кто не подписался, подписываемся. Пишем комментарии, ставим лайки, поддерживаем канал. Всем пока, до новых встреч на канале.